Привет, дорогие друзья! Сейчас я вам расскажу, как обустроил свой дом. Обеспечил водой. Сейчас потихоньку обо всем оборудовании вам расскажу. Кран 40-й, счетчик. Пошел обратный клапан, фильтр, манометр. Это показывает давление из сети. И в накопительный бак с поплавком внутри. Еще и необычного. Кран, фильтр, обратный клапан. И заходит в насос. Насос купил в Леруа. Вот такой гидроаккумулятор на 24 литра. Автоматика. Акваробот Турби. И пошла труба, пошла. Серая чешская летник с кран переходом для мойки машины. И вот она зашла в дом с пистолетом. Тут будет висеть шланг у меня, когда зимой поливать, чтобы ничего не перемерзло. На улице-то холодно будет.